Я молю, чтобы твоя слава, Господь, она коснулась твоего Отечества. Спасибо тебе, Иисус. Пусть твой огонь коснется. Просто закройте глаза и смотрите на Иисуса. И Дух Святой, Он заполнит вас. Магнитит, да? Да. Потом
сегодня, когда я упала, я не могла понять вообще ничего, ни ногу, ни руку вообще. Я просто лежала, и меня потряхивало. Да, это было понятно. Я, как бы, так сказать, люблю адреналин, люблю страшные аттракционы, страшные горки в аквапарке. Вот. Вот тебе наслаждение. Так. Вот. И в какой-то момент... Адреналин. Адреналин, да. И в какой-то момент я вообще, мне стало все равно эти страшные горки, то есть покатаюсь, типа, вообще по барабану. Вот. И я сейчас понимаю, что я лежала, и у меня вот этот адреналин появился. Вау. Вот это хорошо. Я думаю, чтобы этот адреналин увеличивался от славы. Я на школе второй раз. Первый раз прям пришел. Когда и было такое присутствие, прям сильно я почувствовал. Вот, и пастор Михаил говорит, я хочу помолиться за мой дождь. Он сказал, я буду молиться до 18 лет. Мне 22 года, и я вначале не выбежал. Ну, не пошел, да? И потом я почувствовал Духа Святого, что надо пойти. Я просто, ну, побежал. Я выбежал в последний ряд, и Дух Святой прям коснулся меня сильно. Я упал, меня еще раз подняли, и, по-моему, 3 раза было. Халилюя. Вот, и я почувствовал такое, что меня прям накрыло плитой. И я не мог встать просто. И в тот момент я лежал, и я почувствовал, как будто Дух Святой прям такая теплота подошла. Такая личность любви. Он коснулся меня, и по моему телу начал ходить огонь. То есть от пят до головы. Я прям ощущал, знаете, как такой огненный укол какой-то прям. Такой прям, ну, очень на физическом уровне чувствовать. И когда я лежал, и мне еще было такое видение. Вот, вначале я увидел как, ну, ангела какого-то, да, светлого такого. И потом резкое видение я увидел, как Бог мне показывает новой молодежи. И Он сделал акцент именно на глазах молодежи. То, что в глазах у молодежи было много любви и огня. И эта молодежь поклонялась Духе истины. И это именно было, я понял, что что-то масштабное. Вот и в это время пастор Михаил пророчествовал про мою жизнь. То есть ты это увидел, потом пастор Михаил начал тебя высвобождать, да? Да, я это увидел, и в этот момент он начал это высвобождать. Потому что это, ну, через этого человека он изменит много жизни, сотни. Слава Господу. Слава Господу. Ну, после этого, да, я как начал больше искать Бога, намного больше. Что ты хочешь мне показать, Господь, да? Вот, и честно, сейчас я, когда вот вижу много молодежи, меня, как знаете, прям трогает. То есть Дух Святой меня сокрушает и говорит, то, что я хочу докоснуться до них. То есть такое вот присутствие. Да, слава Господу. Давайте прославим Господа. Аллилуйя.